Тимофеем решили, что среда – это маленькая пятница. Или большая суббота. Мы решили, что мы за понедельник и вторник уже наработались. И поехали отдыхать, да? Да, слишком жарко, чтобы работать, надо отдохнуть. Решили еще один отдых с бассейном местный проверить. Заодно крутейший номер взяли, покажем вам. Такого вы еще не видели. Целый дом. Мы тоже из такого еще не брали. Целый дом с патефоном, да, это будет круто. С привидениями? Нет, без привидений. В общем, мы приехали в теннисный центр «Гидон» и взяли у них домик, который называется «Шанхай». «Шанхай». Это номер и домик отдельный, целый. Сейчас пойдем посмотрим. Мы хоть рассмотрим с тобой. Мы столько раз тут были, когда работали, и ни разу не жили. Это точно. Слушай, классные штучки для этих фотографов оценят, для бликов, бликов. Ой, а у нас есть этот свой фонтан, смотри. А я как всегда, мне выйдет, мне все профоткаться, да? Вот тут можно красиво профоткаться. Смотри, вот тут я такая раз и иду. Что-то не очень, я шла. Дубль 2. Да, хорошо. Да. Да, по-моему, включаются. Включаются. Похоже на то. Заходи. Welcome. Так. Вау. Ну, что там ты делаешь? Давай, как ты этот? Шалость начинается. Можно так присесть. На самом деле везде очень красиво, можно здесь пофоткаться. Ну, собственно, я же фотограф, поэтому я и рассказываю про то, как пофоткаться. Вот так вот выглядит номер со включенным светом, гораздо интереснее стало. Куча цветов. Это только первый этаж. Очень классный номер, здесь очень много всяких предметов мебели, деталек, ламп, каких-то статуэток. Сейчас посмотрим все поближе. Драконы. Это гостиная. Гостиная, тут диван, камин. Камин, говорят, работает, но мы не будем проверять, потому что на улице плюс 30, я думаю, нам не стоит слишком перегреваться, учитывая, что кондёр тут работает. Я думаю, тут и так будет жарко. А тут можно, смотри, всех позвать и всем сидеть. Судя по всему, тут на нас уже кто-то сидел на моем стуле. Кто сидел на моем диване? И очень удобные глубокие кресла. На самом деле, в них даже спать можно. Ой, нам менюшечку дали. Несмотря на то, что у нас спальня на втором этаже. Вот они прям знали, как, что нам давать. Вайн-карт. Нам выдали вайн-карт. Как вот мы только что ездили, нам на завтрак выдали карту из коньяка и виски, а тут сразу вайн-карт, пожалуйста. Винная карта, да, это чудесно. Здесь много зеркал. В чем классно, такое пространство большое и очень много воздуха. Здесь даже вот второй свет есть. Вот, смотри, какая нога от козла. Или от, наверное, от жирафа, смотри, наверное, это жираф. Ну так кто-то большой. Главное, думаешь, это настоящее? Я думаю, что это пепельница, а из чего нога, я, честно говоря, не знаю. Ну, похоже на джирафа. Это тут сымитирована сигарная комната. Кожаные кресла, тут столики, тут их два таких. А тут можно чайную церемонию. Можно сделать. Курить. Гостиная зона с чайной церемонией. Такой шикарный потолок. Очень красивый. А здесь у нас что? Можно пригласить в гости раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. Восемь человек гостиная, я читала об этом. Пойдем ко мне домой.
Так, тут у нас есть еще секретная комнатка. У нас тут одни гобелены кругом. Это кухня. Полноценная кухня, все, что надо. Штопор, зубочистки, микроволновка, холодильник, чайник. В общем, класс. Тут можно даже полноценно жить и готовить еду. А здесь еще есть секретная комната. Дверь. Да, но мы покажем завтра, что за ней. Сегодня еще не время. А что там? Тимофей. Ух ты, это туалет. Это да, туалет. Классный какой туалет. Эй, с водопадом. А это комната закрыта. Смотри, какой водопад здесь. Ой, как классно. Слушай, а эта штука очень похожа на турецкую. Да, это турецкий хамамная такая штука. Ну, гобелены везде. Слоны. Ура, Тимофей, у тебя есть отдельный туалет. Супер, да. Послушай, сбылась моя мечта, отдельный туалет. Эта комнатка не открывается. А эта комнатка не открывается, потому что там спа. С другой стороны вход. Правда? Правда. А если они к нам зайдут? Они к нам не зайдут, мы подопрем стулом. Ну хорошо. Точно? Да. Итак, вот такой вот огромный номер на первом этаже. Он состоит из столовой, гостиной, сигарной комнаты, холла. Очень много деталей классных. Да, и мужика. Очень много классных деталей, из которых складывается вот такой вот классный интерьер. Очень интересный номер. Называется Шанхай. О! Целый домик. Жалко. А там кондёр есть. Вот, а здесь у нас спальня. По-моему, он включен на отопление. Да, по-моему, надо включить посерьезнее его. Вот такая вот клевая спаленка. Мама мия. Хумидор пустой. Ладно, мы не курим. А это валик под голову. Так он. Да, кожаный. Это вот на таких спали, да, кожаный. Вот здесь есть даже сейф. Ты знаешь, мне этот кондёр, это кондёр. Ой, главное, чтобы тут это, все голову по пьяной лавочке никто не это разбил. Точно. Потому что нужно за трезвый образ жизни. Да, здесь крыша. И, наконец, ванная комната. Ку-ку! Вот, халаты. Ты заказывала, получаете. Это что? О, это трюмо. Зеркало, здорово. Вот она ванна, красивая ванна с видом. С видом. С видом на елке. Красиво. Можно смотреть, слушай, на елке. Ура, мы встретили с собой ванну. Весы главное. Да, есть весы, есть косметические наборы, есть шейвинг-кит для бритья. Ага. Бритвенные наборы, есть зубные щетки, есть мыло, есть вода, в общем, все есть. Есть все, что нужно. А куда выходит окно? Специальное. На реку? Окно выходит на корты. О, оно может проветривать. Окно можно открыть, конечно. Открыть? Кстати, да, надо открыть, потому что хорошо проветривает. Слушай, вот так, будет супер. Так, ну и здесь еще есть кресло. Какая-то подставка. Ширма стеклянная. Зеркальная, чтобы переодеваться. И если пролезть туда вот к окошку. Опа! С видом на Дон, теннисные корты, тут елки. Красиво. Шикарный вид. Ты косишь под шпака. Ты говоришь так же, как шпаки. Давай, ты должен тогда говорить. Ну, Мось, ну чего ты какая-то набухалась? Мось! Тимофей, ты тоже так говоришь, шикарный вид, красиво, реально, ты что, шпака копируешь? Всем доброе утречко, мы пойдем на моречко. Зинаида Павловна, это когда ворчит, но балдахин, он закрывается. В общем, классно, мы еще тут много будем ходить, сидеть, лежать и по ходу все расскажем и покажем. Ooh.
Вот так вот мы проводим фотосессии. Теннис-центр Гидон. Чем тут можно заниматься? На самом деле много чем. Например, теннисом. Да, например, теннис. Причем здесь есть летние корты, есть зимние корты, есть фитнес-зал. Есть самое главное развлечение лета, это открытый бассейн, в котором можно плавать и где можно загорать. Есть ресторан. И есть еще, нам рассказывали, помнишь, в прошлый раз, что у них есть этот уникальный корт, который на воде. Да, корт на воде, точно. Да, корт на воде. И есть шикарный домик Шанхай, в котором мы живем сегодня. У нас с тобой очень многие знакомые сюда ездят заниматься теннисом. Это же мы по части пожрать. Как же я тебе подам? У меня же не мячик, а не ракетки. Да, еще он на берегу реки находится, этот комплекс. Люди спортом занимаются даже в жару. Смотри, какие молодцы. А сразу так и не сообразишь, что он на воде, смотри. А? Да, этот корт стоит. Сразу кажется, что он просто кусок от на воде. А он на воде. Да? Да. Вон, видишь, он как раз вот берег, а дальше... Просто да, когда ты смотришь на землю, тебе кажется, что это тоже земля, а на самом деле это же уже вода. Да, вот такой вот необычный. Но говорят, как во время игры он не раскачивается, иначе мячик бы укатывался. Так, вот корты, которые стоят на земле. Пошли посмотрим. А вот тропинка, можем подойти. Надо взять тренера, и у них, по-моему, есть, да, тренер? Да должен быть, конечно, надо. Ну вот если мы глаза не видели эту ракетку, прикольно, конечно. Не, по незнанию можно тут ноги попереломать. Надо же знать, ну, да, как быстро перемещаться вправо-лево, как подачи делать. Интересно, да? Да, хороший спорт. А вот то крытый, я так понимаю. Да, это крытый, но там сейчас очень жарко. А, вот это балкончик ресторана. А пошли внутри ресторана, смотри. Там пойдем. Там яна искусственная? Да. Селфи с обезьянкой. Белка с обезьянкой. Обезьяна такая, да? Да. Нам уже тут наши подруги пишут, что красиво жить не запретишь. Да, он играет музыку. В смысле, выбираешь? Там диски. Как это все происходит вообще, смотри. Тут надо выбирать, а деньги куда кидать? Евро. Он не настоящий, что ли? 5 плеерс, 1 евро. Вот тут дырка. Он не работает? Дырка. У нас выключен есть 2 евро. Сейчас. Он меняет диски, играет, по идее, или он не играет? Это листать музыку? Нет, там диски, вон, видишь, крутятся. Вот, крутятся круг диски с дисками. Я на танцполе попал, словно в диски. Русенька пошла на кухню. А, вообще, она это сделала. А? Пойдем посмотрим, что она делает на кухне. Можно ли это делать в видео? Рекламная пауза. А есть у нас распаковка посылок, рубрика коробок, а есть рубрика одевания купальников. Вот сейчас мы будем одевать купальник. Та-та-та-та-та-та! Не звякает. Я не знаю, с чего они. Я думала, это как в «Игре престолов».
Это бригада. Представляешь, у тебя «Игра престолов» начинается под фильм, под музыку из бригады. Саша Белый. И такой говорит, тут я король севера. Хранитель севера, Саша Белый. Подводные съемки удаются нам лучше всего. Потому что мы там молчим. Нет, когда разговариваем, тоже интересно. Потому что некоторые, когда разговаривают, начинают умничать и включать свой юридический язык. Ну, потому что у меня еще параллельно есть юридический блог. А-а-а. И я в него говорю. В него говорю. И я в него говорю, да. Как классно. Бассейн отлично. Свободен, ну можно тут делать что угодно. О! Ну не настолько свободен. О! Тихо, 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 тихо. Волна по-любому. Плаваем как можем. Эй, ты меня напугал. У меня даже нос замерз, как у нас холодно. Ты мне принесла тапки? Нет, ты не просил. Я же кричал. А там не слышно. Хорошо. Хороший номер, ничего не Когда слышно. Кричат, не слышно. Это хорошо. А-а-а. Так, мы испытали бассейн. Ну пошли там возьмешь, наверняка там есть. Мы испытали бассейн, и теперь мы идем на массаж. Этот номер хорош тем, что можно из него не выходить, чтобы попасть на массаж. Вот она, эта красивая загородочка, в которой есть туалет. А через нее можно попасть. Круто. Дверка. Сильнее надо. Здрасте. А мы же стесняшки. Отлично. Да, проходите, пожалуйста. Неожиданно. Вот куда вела эта дверь. Да. Вкусненько. Очень люблю вкусный чай. Ой, буду ждать, пока муж релаксирует. Отрелаксированный муж. Подарок жене. Надо будет его еще покормить. Наш будет классическое наше развлечение в номерах. Заказ еды в номер. Нам сказали, что здесь очень вкусная еда. Будем тестировать, как всегда, на бифстроганов. Ну как? Вес? Классно. Прям круто. Массаж был крутой. Мне делали спину. Воу. Релакс.
Сначала больно, потом приятно, потом релакс. Все как надо. До свидания. Как легко попадать в спа и обратно в номер. Достаточно просто переступить порог, и все, мы дома. Так, ну, пора закрыть окна, я думаю. Потому что мы здесь как в аквариуме. Если днем это нормально смотрится, то весь... Ты думаешь, вечерком... Знаешь, не очень страшно, потому что вдруг зомби болеют. Вечерком уже не очень это комфортно. Но я хочу заказывать еду в номер. Читай меню. Я знаю, что я буду. Бифстроганов. Окей. Я всегда ем бифстроганов в номере. Будешь? Хорошо. Давай быстрее звонить. Он до 10 работает, рестик. Ты телефон принесла? Вот, мой. Зачем твой? 101 на том телефоне. А где он? Он на кухне. Давай, я сейчас неси телефон, я пока закрою окна. Нет, как бы фоткаться. Ладно, не буду завтра фоткаться. Пусть все видят. Ты думаешь, они хотят смотреть? А кто у них знаешь, вот это вот, как мы вчера написали. Что вы, Ирина, думаете, кому-то интересно вот это вот читать? Напрягать мозг свой. Да, мозг свой напрягать. Так, быстрее. Я буду салат. Какой? Какой-нибудь вкусный. А, бифстроганов тебе не подходит с белыми грибами. Да, я грибы не буду. Я буду салат. Дальше. Руккола с креветками и томатами. Дальше. Салат с морепродуктами, карри и ананасом. Салат Цезарь. О, все решено. Салат Цезарь. Цезарь с курицей? Все, да. Есть. Нет, с курицей. Потому что остальные тебе просто не подходят. Ну все, Цезарь с курицей. На самом деле очень... То авокадо, то горчица, тебе это не подходит. На. Очень смотри. Вкусный салат Цезарь с курицей. Ты пока закроешь окна, уже утром. Универсальная кухня, да. А нахер ты их закрываешь? Закрою, потом пойду открывать. Потому что я... Вдруг я захочу бегать по номеру голенькой. Да, возьму весло и побегу. Алло. Здравствуйте. Алло. 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 Все ушли домой, потому что уже 9 вечера. Алло. Тимофей бросил закрывать окна. Не дозвонился? Сейчас скажут, все, ресторан закрыт. Ваша жена будет гундеть до завтра. А кто завтра откроет эти окна? Здравствуйте. Спасибо. Нам принесли что? Цезарь. Ну, выглядит красиво, но, как обычно, нам сервируют стол, но мы за столом есть не умеем. Да, Тимофей? Да. Привет. Так вот у нас скромненький ужин, да? Нам девочка сказала, спокойной ночи. А мы еще спать не собираемся. Ну как скромненький? Это все мне. Да, давай. Что? Съешь за минуту. Принесем еще. Доброе утро. Доброе утро. Вот кое-кто нарядился к завтраку. Я тоже нарядился в халат и в плавки. Мы сейчас пойдем показывать потайную дверь. Да, про которую вчера говорили, но которую так и не открыли. Тут есть классный патефон. Самый настоящий. И он даже играет. Сейчас мы попробуем поставить что-нибудь из... Stardust, Бенни Гудман, джаз, мой любимый джаз. Ну, ничего получше не нашел, к сожалению. В общем, джаз нам послушать на патефоне не удастся, к сожалению, потому что, ну, видимо, от старости он уже перестал работать. Наверное, слишком древний агрегат. Жаль, конечно, у него очень интересный звук. А ключ от нее есть? Ага. Я так уже вчера пробовала. Проблема. Сейчас. Он ключом открывается. Ключ второй. Вот зачем два ключа на связке.
Тимофей, давай быстрее, там сидят наш завтрак, дикие люди. Вороны склюют завтрак. Вороны? Да. Шучу. Утки. Утки? Вот он, ключ. Мультипас. Ура! У тебя получилось. Да, выходи. Туда идти? Да. Ну ладно. А номер будет открыт? Да, а тут... Это наша тропа. Это нам там завтрак накрыли? Да. Прикольно. Мы еще никогда не завтракали в китайском доме. То, о чем мы вчера не говорили, к этому номеру еще примыкает вот такая беседочка классная, и в ней накрывают завтрак. Хотя можете и обед, и ужин накрыть здесь. Открывай. Давай запустим воду. Как пахнет. Открывай, пускай пахнет. Ой, у нас змеи нарисованы. Это драконы, это не змеи. Вот, видишь, уже все, драконов я не боюсь. Я знаю, открывай эту дверь. Посмотри, как красиво. И вот мы получаем с видом на Дон. Какой Дон? Это не Дон. Это не Дон, это что-то другое. Это водохранилище. Ты всю ночь мне говорил, что это вид на Дон, потому что у нас вид из номера был на мост. Правильно, это не Дон. Это конечно не же, Дон, это Темирницкое водохранилище, если не ошибаюсь. Рожатыми кантары. Знаешь, что такое? Ну, какая разница? Дон тоже хорошо. И водохранилище хорошо. Мы на Северном. В общем, Северный мост. Сбербанк. Хотела сейчас добавить. Хорошо, что... Хорошо, что не кладбище. Да, хорошо, что не кладбище. Наш семейный юмор. Можно после завтрака сигануть прямо туда, в воду. Правда? Нет, конечно. Я шучу. Лучше пойти в бассейн. Вот мы хотели релакс. Видишь? Ну, кстати, здесь классно. Ветерок, свежо так. И... Никого прям... нет, еще никто не приехал, считай. Нормально вообще. Классно, да. Да? Если бы было солнце, здесь бы было уже душновато. А так классно. Ну, просто и не завтрак, в общем-то, уже 11:34. Поздний. Второй. Первого не было у нас. День второй. Сегодня нет солнца, но мы все равно пойдем в бассейн. Доброе утро. Или день. Ух ты. Ах ты, ешкин кот. И вот мы пришли в бассейн. Сегодня четверг, понятно, людей нет, еще и погода немножко подкосила. А у нас люди, если уж загорать, то солнце, чтобы кожа слезала. Но я на самом деле люблю такую погоду, когда пасмурно и солнце не печет, потому что загорать вредно. Даже в естественном солнце, не говоря уже солярий, хотя многие любят. Я люблю в бассейне купаться, и для бассейна это самая классная погода. Температура 27 градусов воздуха и 26 градусов воды, так что разница практически всего 1 градус составляет, что очень хорошо. Сейчас будем нырять. Команда Кусто будет исследовать дно бассейна. Это у нас песня свадебная с тобой. Меня пока красили, в Тимофей посмотрел Спанч Боба на нашей свадьбе. И там было. Кто проживает на дне океана? Спанч Боб Скверпенс. Это единственный раз, когда я целиком смотрел этот мультик смотрел. Да. Я с тех пор больше его не смотрел. Весь сезон его посмотрел. Наверное, да. Я долго сидел, готовился. Иди, иди сюда. Не буду плыть, буду бежать. Продолжаем обследовать местность недалеко от себя.
Потому что не только Европа, но и те места, где можно отдохнуть поблизости. Вот если вы, например, устали, и вам хочется на денек вырваться. Если вы хотите прямо сейчас уехать из дома, из офиса и провести день-два на природе, либо в тихом месте, в уютном. Перезагрузка. Да, вот такие места мы ищем у себя дома, ну и в окрестностях. У себя пока еще дома. Да, и рассказываем про них. Вот в этот раз мы были в центре Гедон. Теннис и спа-центр Гедон. Для того, чтобы провести пару дней, отвлечься от дел, вообще шикарно. В общем, смотрите наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь, потому что у нас много выходит новых видео. Пишите комментарии. Задавайте вопросы, если интересно что-то. Все расскажем, покажем все интересные места. Пока. А, когда говорят пока, надо уходить. Мы не ходим по музеям. Тут нет музея. Мы не ходим по музеям. Нет, но если был музей тенниса какой-то, какой-нибудь, я бы... Нет. Подожди, я бы рассказал, что... Для красивого кадра я сейчас такая, бул тык туда. Я бы рассказал, что здесь есть музей тенниса, но мы в него не пойдем. Но здесь нет такого музея.